Панаму мы взвесим, да? Панаму там взвесим. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфуддин. Это я. Мы в магазине «Лента». Сегодня у нас 25 августа 2018 года. Все остальное. Не-не-не, это все вместе. Все вместе? Да. Пакеты надо взять. Да, пакеты. Под кассой. Ой, Василий, возьмите, пожалуйста, там несколько пакетов. Сколько нам надо там пакетов? Это не наша проблема. Нам нужны лапки. А? Не надо, отложите. Не надо. Ну это тоже моя проблема. Я вас так обслуживаю. Я не имею в виду, где товар вообще. Только пробиваю. Пожалуйста, а у вас есть карточка «Лента»? Нет. Нету, да? Карта «Лента» есть у вас? Я ее забыла дома. Не поделитесь как-то? Ну, а «Лента» нужна бесплатно? Что? Журнал «Лента» бесплатно. Нет, если платный был, мы бы взяли, а так? Вы не настолько богаты, покупать дешевые вещи. Вы не будете брать ничего? Вы сразу сказали. Это все отдельно, да? Да. Вот мой чек на покупку. Обратите на это внимание.